После победы в первой встрече со счетом 3-1 второй поединок дошел до овертайма. После трех периодов счет на табло был ничейным – 4-4. Причем каждой из команд пришлось по два раза догонять соперника. В формате игры 3 на 3 мурамлянам потребовалось меньше 30 секунд, чтобы добыть второе очко. Победную шайбу на свой счет записал капитан Даниил Копейн. После 10 игр «Кристалл» с 19 очками возглавил турнирную таблицу. Полет из Рыбинска отстает от нашего коллектива на 2 очка.